А пане Сергію, скажіть, будь ласка, згадуючи 19-й, якщо не ні, 21-й рік, коли президент чекайте. Я вже заплуталась. 20-й рік. 20. Коли його була прес-конференція в Маріїнському парку Вії, де він сказав, що я даю цим всім історіям рік. Якщо за рік нічого не відбудеться, в нас є план Б. Тож, зараз 22-й рік. Чи є план Б і чому, якщо є стільки критики до Мінських угод, чому він так за них тримається? От ваша експертна оцінка. Що його так стримує? Ну... Честно говоря, оценивать действия президента я не берусь, поскольку вряд ли он сам может объяснить внятно и доходчиво для окружающих, что им руководило в то или иное время, какие были у него на то резоны. Однажды он сказал, я так думаю, что вырвалось, ну правду вырвалось, что стратегия мне заниматься некогда. Все, что не стратегия, то не дает возможности просчетах каких бы то ни было вариантов. То, что касается вообще вопроса Минских соглашений, реализации их и тому подобное, вы знаете, их крутят как кубик Рубика. Вот их и так крутят, и сяк крутят, но цвета-то должны сойтись. Как его ни крути, его можно крутить бесконечно долго. И тут возникает ведь такой вопрос, что пока мы его крутим, вот те мальчишки, которым 8 лет назад было по 10 лет, они уже стали взрослыми людьми. И продолжают там рожаться люди, продолжают расти. И они уже растут, в общем-то, не в Украине. То есть их наши реалии, и вследствие пропаганды, и вследствие объективных факторов, они их скорее отталкивают и пугают. И чем дальше у нас этот период растет, вот то, что говорил коллега, что нужно заморозить, и пусть оно так будет. Это значит не заморозить, это отморозить. Все, забыть об этом. Никогда не вернется. Ну, или должно произойти что-то такое из ряда вон выходящее, что мы даже спрогнозировать не можем. С другой стороны, я сейчас скажу такую вещь, которая вызовет шквал негодования, в том числе от следующего спикера. Я не знаю, кто и когда напугал страну страшным словом федерация. Ну, не знаю. По идее, Украина как бы изначально должна была быть федеративной республикой. Поскольку это, да, один... Что? По чьей идее? Вам перечень фамилий перечислить? Да. Или хотя достаточно будет Чернового? Хотя бы две. Чернового. Да. Окей. Достаточно? Спасибо. По его идее, Украина должна быть федерацией. Да? Ну, было бы сложно, конечно, если бы вы не отреагировали на каждого спикера, но окей. Так вот, я не вижу в этом никакой беды. Ну, честно, не вижу. Ведь когда у нас сказали, что единое и неделимое, то тогда возникает вопрос, единое как то. Когда в Польше говорят, вот Польша же да, но Польша всегда была такой Польшей, как она есть сейчас. Ее там разрывали, ее туда совали, сюда совали, но там оставалось, я долго жил в Польше. Здесь же соединилась как бы семья, которая никогда не жила вместе в одном доме. Разные уклады, разная героизация, разная история, разное вероисповедание. Что плохого было бы, если бы это было федеративное устройство? А от того, что изменится назва, враховуючи той склад, який мы имеем сейчас при децентрализации, что каждый регион имеет возможности и впливы вирішувати на местах, как ему там экономично, как ему там доцільно влаштовувати свои житие. Знаете, как... Чи ви вважаєте, що лише від поняття, чи це буде називатися децентралізація, чи федералізація, одразу заспокоїться і ти, що не так героїв сприймає, і таке інше? Это опять-таки кручение кубика Рубика. Цвета от этого не поменяются. Я вам хочу сказать, что такая вещь, как федерализация, например, не дала бы возможность того уровня коррупции, который есть сегодня. Ви знаєте, якщо б ця відреалізація йшла від бажання українців, це одне. А якщо ця відреалізація нав'язується спочатку самого нам іншою державою, яка втручається в внутрішньополітичний порядок, наприклад, Російською Федерацією, Байден в нас не анексував частину території і не окупував частину території. Ну, про федералізацію говорив Байден.